Так, ну ладно. Так, время транжирства. Sega Virtual Fighter. Чё хотим? Игрушки стоят каждая, да? Не туда, не туда, не туда, не туда. Передумал. Передумал. Две сеги. Стоим. Давай, две каждая. Сеги. Может одну? Может и нет. Наклз. Класс. О, бля. Добрый вечер. Прелесть ты моя усатая, блядь. Эггман, да, он в Японии Эггман. Воу, еще есть Соника. Окей. Пай. Лай? Пай? Еще разок. Нет, чат больше ничего не говорит, поэтому не за. Чем ты смотришь на колбасу? Перестань смотреть, ты колбасу! Супер, сука, минималистично, но прикольно. Барк. Окей. Эй, эй, мистер, хотите побороться? Не в другой раз. Нет, я хочу футбол. Блядь, где пиздюк второй? Куда ушел? Пиздюк, ты где? Эй, привет. Здорово. Давайте футбол. Потом ладно. Дождь идет, какой, блядь, футбол, ты ебанутый? Эй. А? Привет, ищешь кого-то? Да нет. Что? А что произошло? А что произошло? Там же пацан стоял. Ну что, блядь? Пацан в девчонку превратился. Ищите-ка. Да нет. Чудеса, да и только. Так, у нас еще 3 часа, идти-то, эти, бля. Ну, походу, будем еще скупать. А, Sega или Chibi Virtual Fighter? Не знаю, Chibi, не Chibi. Че? Sega. Мне нравится. И Chibi, да, вы. Я должен взять. Ща возьмем Chibi. Ну, тут, я так понимаю, здесь коллекция одна, здесь там коллекция другая. Алекс Кид, у меня такой уже есть. Или это другой? Это все тоже. Не, такое. Давай еще одну, на всякий. Чтоб без повторов. Чтоб без повторов. Вот японцы умеют. Коллекционирование. Oh. Да ты издеваешься. Еще разок. Да, еще раз выходит. Нам нужен персонаж. Вот что-то, ну, Shadow, что ли? Нет. Я это знаю. Ей! Найт. Я пройду. Найт. Into Dreams. Е. Класс. Надо будет пройти. У меня диск есть. Игрушки 100 йен каждая, да? Так, один Virtual Fighter.
Я не знаю, чиби, не чиби. Вроде отсюда брали уже, вроде не чиби были. Но нарисованы чиби, может быть, редкие. Состояние тут солью, блядь, целое. Что это такое? Эй, что это? Лиф, как там, фан... Дети. Чиби, да. Может взять другую? Чебуха какая-то. Я пройду. Да-да-да, я пройду. Перехватись. Где? Покажи. Как он может быть чиби, если он старик? Да. Шунди. Я почему-то его помню как Линфуш или типа того. Ладно, пойдем. Эй, эй, мистер, давайте в бейсбол. Извини, в другой раз. В бейсбол? Чё-то новенькое. Эй, мистер, давайте в бейсбол. Не туда бегу. Чем можно заняться, пока 2 часа? Я просто не хочу много денег тратить, потому что потом пригодятся. Но еще не открыто, да? Они еще не открылись. Не. Чем мы можем поделать? Удар ногой. Ду-ду-ду-ду-ду. Окей, это прием. Так. Я забыл. Ну-ка пойдем сходим на тренировочную. Там же как-то это работает здесь по-другому. Можно приемы именно открывать. Ой, а мы в эти аркады не ходили. Ой, блядь, все понеслось. Тут другая аркада есть. Ну это, наверное, слоты, да? Дом в найм. Там. Входите. На всех автоматах очень классно играть. Хотите попробовать? В другой раз. $20 за 100 йен. Давай. Давай попробуем. Починка. Сколько могу взять? Соточку. Давай. Соточку закинем. Так, кредит 10. Давай, давай. Фак. Не хватает жетонов. В смысле? Нет, тогда иди в жопу. Я лучше закончу. Тут прям все такие. Здесь можно больше ставить. Здесь по 5. Ну ясно, понятно. Не, я пошел. У вас тут скучно. И пахнет старостью. В слотах еще сидеть будут, блядь. Куда я шел-то? Куда шел? А, я на тренировочную площадку шел. Казино, казино, пара по парам. Эй, эй, мистер, давайте в бейсбол. Потом ладно. Ясно, позже. Похоже, что я могу потренироваться. Давай. Мне нужно потренироваться. Да, похоже, что тебе нужно потренироваться, потренироваться. Угу. Так, а где мне посмотреть? Чего достаточно? Нет, далее, в смысле? Окей. Ое.
открыли прием. Еще такой. Я так понимаю. Не-не-не-не. Подожди. На А. Назад, а что, блядь, нужно? Хм. Броски неизвестны, их только в бою можно открыть. Так, вперед, 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 назад. А что здесь тогда? XA. Дарлахзон. Пускай качается, больше урон будет наносить. Да, придется еще раз потянуть. Да, чат Sega или Virtual Fighter. Ну, нельзя здесь время отматывать. Мне нравится. Может, одну? Сега, Сега. Окей, две. Ой, я придумал. Я же могу время отматывать. Чё-то я, блядь, тут выпал. Юла? Hey. Что это, блядь? Кнопка B, Dreamcast, лол. Может, это Ирвин. Другую. На резидент будет в воскресенье. Что это? Кубик! Что снова? Да ты издеваешься. Еще одну серию. Может взять другую? Да он сам по-любому хочет играть, либо смотреть не хочет. Что-то одно из них. Опять? Опять? Круто. Чё крутого-то, блядь? Повтор. Нет, подожди, не повтор? Может взять другую? Это не повтор? Я пройду. Это другая? Оу, это другая. Та была с крылышком, это бес. О, ну ладно. Да что тут шарить, что первый день новинки, что ли, стримим? Так, все, мы идем туда. Так что, ты сам хочешь поиграть или просто не хочешь смотреть? Они еще не открылись. Сейчас откроются, смотри. А ты хочешь поиграть?
закурим. Еще закрыто. Спасли, блядь. Открывай давай. Ну здорово. Опять вы, джоберы. Да ладно, я ни на кого не работаю. Да ты что ж, как школьник. Школьник это Рио. Он тебя тоже ударил. Они, в общем-то, школьником это называют. Скубой. А? Это он? Я сматываюсь. О, нет. Здрасте. Ты пришел за татуировкой? Я ищу парня по имени Чарли. Его тут нет. Он спит, лучше не тревожить его, иначе тебе попадет. Его тут нет, это он сзади. Ебать. Время крутое. Ёбаный геймпад. Черт. Ёбаный Xbox-овский геймпад со своим саным. Крестиком, блять. Добрый день. Неправильный. Что тебе надо? Я хочу узнать о картеле. Я не знаю. Quit lying. Зачем тебе это знать? Это не твое дело, просто скажи мне. Это первая игра с QTE. Здесь еще. Вообще меня, первая. Dreamcast. Я тебе устрою с ним встречу, ладно? Окей, с кем конкретно? Не нужно мне ломать руку. Окей, а дальше? Завтра встречи в пассаже. Видите, у него там дамочка на стенах. Да. Ты знаешь, что я сделаю, если не покажешь. Вообще понимаете, с кем связались? Я Бэтмен. Так что он вообще сказал-то? Я что-то ни половины слов не понял. О, Назоми. Эй, Рио. Назоми, что ты тут делаешь? Класс только что ушел. Тебе не стоит класс тут гулять. Но я искала тебя. Здесь? О. Мой друг сказал, что видел тебя тут. Какой друг? Как его зовут? Я найду его и отшлепаю. Сегодня были занятия в колледже. Но ты там не был. Да в пизду этот колледж. Ничего интересного. Куда идти? Я пойду, будет карате. Я пойду, будет карате. Настало время вступительных экзаменов. Я пойду, будет карате. Я беспокоюсь о тебе. И эти экзамены... Все окей. Рио, я понимаю, что ты хочешь подражать своему отцу и вообще... Мы можем это потом обсудить. Обещаешь? Да. Тут опасно. 25 FPS, чё? В аркадии тоже 25. Увидимся. Здесь вроде 60, я не уверен, но... Назоми видит, что ты беспокоишься. Что? Чарли будет около арки... Завтра. Арки? Аркады, в смысле? Завтра? То есть, блядь, еще один день ждать, что ли? Ты что, угораешь? Ёбушки-воробушки. Еще один день ждать, представляешь? И что мне делать целый день? Колбасу в магазинах покупать и кассеты?
могу попробовать поговорить и узнать информацию. Камине-сан, что я могу купить? Чего? Похоже, заняты. Напротив. Мой хлеб не продается. Что? Меня не волнует хот-доги Тома или ларек. Гамбургеров. Пиццерия Боба, он жесткий конкурент. Чё? Да. Чё? Я хотел про аркаду спросить. Забыл, что хотел. Эй. Почему вы ухмыляетесь? Я слышал про вас. Вы выбирали большие поединки недавно. Не столько, сколько вы прежде, Мура-сан. Ау. Можете сказать мне, Рио. Нет ничего плохого в хорошей ссоре. Не заставляйте слишком волноваться. Нет ничего плохого в хорошей ссоре. И дайте покой мыслям Мине-сан и Фуку-сан. Что? Да. Нет ничего плохого в хорошей ссоре? А чё, блять, в ней хорошего? Здорово. Лиу-сан. Опять ты. Ты выглядишь здоровым. Да. Да. Смотри, не купи. Сука. Здоровье самая важная вещь, его не купишь за деньги. Сказал человек с сигаретой. Ага. А это что за место? Ямаджи Соба Нудлес? Что, блядь? Ну не знаю, давай. Давай сделаем вторую попытку в этом. Игра в Хэнгоне. Мне нужно попробовать. Но только одну. Все. Пять человек с цифрами. Let's go! Куда ты едешь, Юхмед? Да, финиш уже. Найс. Есть курить, нихуя себе выехал.
Да ну иди ты нахер, козел, блядь, толкнул меня. Да, блядь, урод, блядь. Ну все, это ГГ. Теперь я не успею. Нахуй вы их так много поставили-то здесь, алло? Ну что это? Ну все, привет. Я когда-нибудь доеду до третьего чекпоинта, но видно не сегодня. Да, все, все. Ну почему-то здесь не работает, не знаю. Вроде как-то странно работает. Так, время быстрее идет. Типа, да. Так, хотя бы что-то происходит. Видишь, уже пол пятого. А было сколько? Два? Три? Чат. Virtual Fighter или Sega? Чего хотим? Игрушки 100 йен каждая, да? Три сеговских. Может одну? Сейчас там все сложнее и сложнее, смотри. Растраты одни. Еще один Knuckles. Это все тоже. Такой же. Повтор. Копыта. Копыта, пардон. Соник и копыта. Другую? Да, мы еще возьмем одну дополнительную. Теперь. Потому что повтор. Можно кассеты с музыкой покупать. Хвосты! Хвост! Еще разок. Еще две. Повторы не в счет. Кого нам не хватает? Нам не хватает шаду какого-нибудь. Это у нас уже есть. Что снова? Да дети, твою в душу, сука, нах. Еще разок. Если бы у нас такая херня была, я бы каждый день, наверное, приходил бы туда и закидывал одну хотя бы. Да ты издеваешься. Да ты издеваешься. Снова? Я разорюсь так сейчас. Ты шутишь, что ли? Может взять другую? Да, может взять другую. Нам еще две новых нужно. Да ты хорош! Все тоже. Может взять другую? Я в фикс прайсе что-то подобное видел, но я всегда думал, что там живой. Ого, что-то новое. Я это знаю. Это кто? Эспио. Еще разок. Звучит как эпсилон. Еще одну надо выбить. Соник, такой есть? Я это знаю. Это новое? Ей. Может взять другую? Не-не-не, все-все-все, мы три выбили. Не сегодня. Смотрим.
Так, а повтор это где? А. Звук один, звук два. Какой-то другой, смотри. Knuckles Chaotix. Там нет end, по-моему. Там просто Knuckles Chaotix. Это он, да? Который к Knuckles прицеплен цепью. К ноге. Да? Это он? А мы что-то еще выбили, третий. А что еще третий-то было? Что третий-то было? А, Тейлз. Хвост. Здорово! Простенькая, со вкусом. Нравится. 6900 йен. Найс. 4К на игрушки слили. Прямо как я на коробке, блядь, с карточками. Сука. Ты кто? Хай. Привет. Хай. Куда вы собираетесь? Это тайна. Это правильно? Назад слишком поздно. Хорошо. Пока. Баи. Баи. Хочешь поесть? Кушай. Я думаю, ей понравится. Это ее любимая. Окей, тогда я принесу позже. Дети, которые следят за котами, такие странные. Вот. Вы когда-нибудь видели, как дети следят за котами? Они приходят и стоят. Они что делают? Просто смотрят. Ни пожрать не принесут, просто смотрят. Кошка. Она двигается. Упаковку инвайта плюс. И это Варзай мне подарила. За 15 щенками сидишь, он наркоман, что ли? Куда тебе так, блядь, много-то? Так, спать мы еще пока не можем. Так, ладно, пускай работает. Вот. Вот, я тебе говорю. Это пиздец. Это все повторы. Бутылка открылась. И это все повтор. Понимаешь? Понимаешь? Сложно. Не повтор. Да как мне так выгнуть-то? Чтобы было видно. Здорово, что тебе нравится, когда я тебя обнимаю. Да где там? Я сзади камеры стою. Нашел угол, блядь. У меня в руках не помещается, представляешь, она такая толстая упаковка. Кошмар. Мне проще сесть.
кажется, мне проще сесть. Да, так будет проще. Кошмар, все повторы. Таких 4. Таких 1, 2, 3, 4 штуки таких. Нами. 1, 2 штуки таких. Таких 1, 2 штуки таких. Таких 1, 2, тоже 2 штуки таких. Слышишь, у меня целый набор, мне кажется, 2-й есть просто из повторов. 1, 2, 3. 3 таких. Вот таких карт дохуища, мне кажется. 1, 2, 3, 4 таких. Брук. 1, 2, 3, 4, 5 таких. Таких 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук таких. Рандом меня любит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 таких. Скорее всего, 7 таких тоже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 таких. 1, 2, 3, 4 таких. 1, 2, 3 таких. 1, 2, 3, 4, 5 таких. 1, 2, 3, 4, 5, 6 таких. 2 таких. 1 такая. 1, 2, 2 такие. 1 такая. 4, 5 таких. Ну, видал, как много повторов. Пиздец. И это просто одна коробка была только. А карт всего набралось штук 40. Без повторов. Жесть. Я что, не все повторы, ты понимаешь? Что вот эти задние карточки бесполезные. Можно выкидывать. Же редкие повторы. Так как мне сделать-то? Да, у E3 есть конец истории, да? Sega тоже не приедет. Осталось только одно Konami. Меж 2 таких. Чё такая? Чё, E3 отменили? Всё. Такая. Ну как время быстро идёт. Уже СР-ки? Да, всё ещё СР. Сынка. Вот SSR-ки, это очень редкие. Очень редкие, что за одну коробку аж по 2 выпало. Представляешь? Это могут очень редкие падать 2 за одну коробку. Не представляю, организаторы мероприятия. Знали партнером пятерку, когда фан-встреча отменяется. Что за фан-встреча? Что это вообще такое? Не смогли заинтересовать достаточное количество больших издателей, чтобы был смысл проводить выставку. Звучит хорошо. Карточки Мьюту. Что, блять? То есть нам что ждать, блять, Konami Direct теперь?
потому что, а как без Konami Direct-а? Там же Metal Gear обещали новый. Или ремейк. Так, год тренировать, движение рукой. Это... Сохранить. Ну, из больших таких компаний только Konami должна была приехать. То, что Sega, ну, отказалась. А Konami вроде как еще была согласна ехать и что-то показывать. Ну раз выставку, как вы говорите, отменили, то есть Konami Direct давай нам. У Sony на канале. Так, к аркаде нужно идти. Отец, я отомщу за тебя. Ну как в прошлый раз был этот Silent Hill Direct, или как там правильно назывался? Лёса? Опачки. Вперед, а? Еще немного. Окей. Вот это пламя, хорош. Давай покажем, что мы можем. Спарринг с Фуксаном. Хорошо было. Это случалось, когда мы вместе упражнялись. Мне уже гораздо лучше. Ты что-нибудь нашел? Мне нужно возглавить китайскую картель. Возглавить? Это они убили сенсея Хэнзуку. Я пока не знаю. Ты же не пойдешь за ними один, не так ли? Ты пойдешь за этими убийцами? Это единственный способ. Я тебя понимаю, но... Это очень опасно, даже сенсей не смог. Я передумал. Но если вдруг с тобой что-то случится... Я за тебя в ответе. Не переживай за меня. Не Риосан, и поэтому ты начал тренировку? Ой, ладно. Я прошу тебя, подумай как следует. Я передумал, я должен идти. Я передумал, я должен идти. Рио-сан! Инэ-сан, ты слышал? Не следуй по этому пути, Рио-сан. Я должен, отойди в сторону. Я прошу тебя. Уважай Хазуки-сенсея и присмотри за доджо. Я не могу поверить в то, что отец убийца. Рио-сан, постой. Я должна отдать тебе кое-что. Вот остался бы он здесь в доме, и к чему бы это привело? У игры есть лимит.
Если ты до конца 16, по-моему, апреля не закончишь игру, то Ланди вернется и убьет всех здесь. Да. Письмо моему отцу. Последи за Доджо. Мне перешло это после смерти сенсея Хазуки. У меня плохое предчувствие, как будто мне... Что за выражение, Ирвин? Не следует об этом говорить. Это письмо на китайском. Зачем? Так как я не хотела, чтобы ты вляпался в неприятности, рисковал. И так как я не хочу, чтобы ты переживала потери своего отца. Пожалуйста, обещай мне. Прошу прощения. Кто-то прибухнул, походу. Пожалуйста, мне нужно обещание. Да, я обещаю. Обещаю сделать все наоборот. Спасибо, Риосан. Угу. Пиздобол задушевный. На зомби видишь, что блять. Дала мне письмо на китайском. Я не шарю в китайском. Я японец. Я не думаю, что нужно использовать. Сцена, я думаю, что-то музыка другая какая-то играет. Риосан! Чего? Что ты говоришь с Сенесаном? Хочу и говорю. Ну? Ну? Это письмо на китайском? Ты откуда знаешь? И ты его еще даже не увидел. Я убил сенсея. Я не знаю. Черт! Если бы кто-нибудь знал китайский. Мне нравится, как записи даже в дневнике нет. Что нужно найти кого-то, кто знает китайский. Кисен! На тебе колбаски, конфетный. Ты голоден, вот. Она ест. Она должна быть голодная. Да, она вроде счастливая, спасибо. Ты должна быть голодная. Блять, они даже эти знамена анимировали. Нахуя, правда, не знаю. Ну, они анимированы. То есть, казалось бы. Что не так? Человек в очках забрал мой футбольный мяч. Охуел, что ли? Он сказал, что вернет, когда я приду к тебе. Что, где он? Мы же в футбол собирались играть. Здорово, говна, блядь. Я знаю, что ты не простоишь. Что? Помнишь гостиную тату? Сыграем раз? Вот, лови. Иди домой. Домой. Что? Иди домой. То, что сейчас будет, тебе лучше не видеть. Все, что ли, блядь? Достаточно. А?
Хоп! Ба! Сэр, ты не думаешь, что так сможешь уйти? Ты сам сможешь уйти? Ты в норме? Шей-Шей, спасибо! Шей-Шей, ты китаец? Как удобно! Да, меня зовут Кси Гаофэн. Как удобно! Как тебя зовут? Рио Хазуки. То есть а Чарли уже нахуй нам не нужен, да? О, окей. Да. Шей-Шей, Рио-сан. Убойный футбол. Где перышко, блядь? Че он сказал-то, хоть я чего не понял. Я уверен, что разгадаю его следующий шаг. Кто может его прочитать? Мне помоги. Че, помоги китайскому парню Гао Вэну. Мне Сан дала. Так, че? Это письмо и есть разгадка. Так, помоги китайскому парню Гао Вэну. А че, мне нужно теперь найти, где он живет? А куда он убежал-то вообще? Он куда-то сюда побежал? Что-то я не совсем понял, к кому мне нужно идти. Киса, я тебя только кормил. Да что, кого я ищу-то, блядь? Гао Вэн. Надо было слушать, что он говорит, а не сидеть ржать над перышком. Какие наши варианты? Либо в парк? А где парк? Парк не здесь разве был? Так, я запутался. Эй! Эй, мистер! Футбол? Поиграйте со мной! Я уже с одним тут поиграл. Меня полиция ищет. О, старичок. Старичок, знаешь, китайский. Ямагиши-сан, это ты, Рио? Здорово. Вы знаете кого-нибудь, кто знает китайский? Я знаю. Китайцы это что-то мне напоминает. Я его немного знаю, учил в армии. Окей. Можешь прочитать? Вы можете прочитать? Нет, это было очень давно, я уже все забыл. О, блядь. Научи хотя бы драться меня. Тебе лучше поговорить с владельцем от дичи. Угу, хорошо. Да. Это логично. Это, блядь, самое логичное, что, блядь, можно было предложить. Идем в Дабуиту. Добавить стримеру на просмотр убойного футбола. Так, мы ищем Ачиджи. Это ресторан. Он с другой стороны после байкеров вроде бы. Так, Грасбир, Якосука, Пицца Боба, Снеки Линды. И где-то здесь? Кажется. Ну. Здорово. Тао-сан, у вас есть минутка? Да. Да. Что это? А вы можете перевести мне это письмо? О нет, тут много иероглифов канджи.
И тут странным образом написано. Канджи это японский. Что тут сказано? Чё, блядь? Мне жаль. Не могу прочитать. Правда? Верно? Да, правда. А, кто-нибудь может мне помочь? Этот тип бумаги использовался для церемонии в китайской письменности. Ой, начинается, блядь. К антиквару иди. Для церемонии? Таосан, а для каких церемоний? Эта бумага очень высокого качества, ее использовали для письма. No shit. Ее использовали для различных церемоний, ею кое-что оборачивали. Ну вы не можете считать. Нет, мы не можем, но Гаунг-Джи может и может. Кто это Гаунг-Джи? А? Спроси у Гаунг-Джи, он работает в службе доставки. Он знает Канджи очень хорошо. Понял. Я поговорю. А, типа, не Канджи, а Канджи? Ванг Сан. Кто это? А где мне его найти? Ты мне не подскажешь, где мне его найти? Таосан. Да. Что-то главный вопрос. Ванг Сан. Вот-вот. Он работает курьером на улицах нашего города. Было очень давно. Возможно, он где-то отдыхает. Я попробую найти его. Огромное спасибо. И кого я ищу вообще? И кого я вообще ищу? Курьера доставки? Что-то я вообще такого не помню. Знаешь, кого-нибудь Ванг Сан? Извините. Чем я могу помочь вам, Рио? Есть время, Хатори-сан? Конечно, что это? Вы не видели Ванг Сан, не так ли? Ванг Сан? Атаджичи? Да. Я видел, как он ушел с товарами. Что, про него? Я только ищу его. Я не знаю, куда он пошел. Он пошел направо, когда вышел из ресторана. Да. Вон он вышагивает, блин. Назоми нет на месте? Ой, Назоми, сладкая... Да, блядь, уйди ты, пиздюк мелкий, блядь. Потом с тобой в бейсбол поиграем. Назоми. Рио? Ты не знаешь, какого Ванг Сана? Мне нужна помощь сейчас. Назоми. Рио, береги себя. Ага. Ванг Сан. Это не тот, который... которому я водичку покупал. Он же у них вроде на выходе стоял, нет? Сейчас час дня, он где-то здесь может тусит. Опять водичку пытается холестать. А где я его еще видел? Где он может отдыхать? Сейчас обеденный перерыв вроде как. Может быть, он есть пошел? Нет. А, он может у того автомата? Вон он! Вон он! Вижу тебя! Здорово. Чат, как у банка? Привет. Как дела? Какие дела? Мне хочется пить, давай выпьем. Давай выпьем. Но у меня нет денег. Я знаю, у тебя их никогда нет. Я твой спонсор. Какую хочешь? Ты очень добр, спасибо. Какой напиток порекомендуешь? Чат, какой напиток порекомендуешь? Посмотрим. Фанту? Хорошо. Где фанта? Вот это? О! Оранж! У меня не фанта. Спасибо, будет хороший день. Я попрошу тебя? Да. Ты можешь мне перевести это письмо?
О! Это же канджи, я не могу прочитать их. Правда. Мне жаль. Кто может? Все окей. Стой! Мой учитель по японскому. Mm. Знает канджи, покажи ей. Mm. Как ее зовут? Mm. Сяксию. Она продает антиквариат в магазинчике. Кого? Сяксию в магазинчике? Да. Надо было сразу идти. Я спрошу ее, спасибо. Окей, мне нужно идти, много дел. Сяксию. Спасибо за выпивку. Все окей. Прощай. Это не то, о ком я думаю сейчас. Окей, антикварный магазин. Он где-то, по-моему, даже на этой улице, нет? Это предсказание. В этой игре есть предсказание. Можно зайти, и тебе игра тупо наспойлерит, куда нужно идти. Варвар Лю. Нет, не то. Лэмин Бар Драг Стор Антик Бонкадо. Окей. Что-то мне казалось, что там именно было. На той дороге. Да? Лавка древности. Дороговато. Привет. А где Аиши-сан? Дедушка ушел по делам. Когда он вернется? Я не знаю. Да ты издеваешься. А ты-то мне не можешь помочь? Где твой дедушка? Дедушка ушел по делам. Я не знаю, когда он вернется. Я еще зайду. Вот где деньги можно тратить. Много причем. Так, а есть еще один антикварный магазин на этой богом забытой помойке? Рушья. Ну, получается, только оно, что ли? Вот это Роша? Которая Раша? Не знаю. Да ну? Написано Роша. Я не уверен, что это правильно переведено на русский. Это поможет? Простите, вы Ксиасан? Да, все равно. А ты кто? Может да, может нет. Я Рио Хазуки. Ах, Хазуки-сан? О да, мой дедушка. Гаувен сказал мне большое спасибо. А это твой внук, что ли, был? Что? Ты помог ему в Сакурагаоке. Твою мать, какое совпадение. Ой, я понимаю. Понимаю, да. Он так волновался, говоря мне это. Сука. Дотер кругом. Теперь ему уже лучше, он такой же смелый, как и ты. Угу. Ничего страшного. Коленку разобьет, ныть будет. Такой же смелый, как я. Не могли бы вы перевести мое письмо?
Ну это меньше, что она может. Зеркало не просто так здесь, конечно. Да, но их не просто нужно читать слева направо. Они написаны специальным способом. Ебанешься. Ебанешься. Зеркальным. Да, конечно. Остерегайся тех, кому нужно зеркало. Если тебе будет нужна помощь, иди к мастеру Чену. Схуюанда. Схуюанда. Мастер Чен. Ох, сзади тоже кое-что написано. Тиан Схифу, Джу Тиалонг, Ди Схиму, Воды Ю. Мастер член из Хуянда. Что это значит? Отец небес, девять драконов, мать земли, товарищи. Это пароль вроде бы. Мне жаль, но в этом нет смысла. Я понимаю. Но я думаю, что это часть моего телефона. Чего, блядь? Эти древние персонажи и есть цифры. Чего? Номер телефона? Что? Да. 04-68-61-56-47. 8-800. 04-68-61-56-47, верно? Нихуя себе у тебя память. Я все понял. Огромное спасибо. Аригато. Вообще прям полностью. Записал, надеюсь? Вроде записал. Осталось найти телефонную будку. Но я думаю, этим можно будет заняться в другой день, потому что... Только уже завтра, потому что надо уже стрим заканчивать. Тут час 17 уже. Я тут сижу с вами. Хорошо время провожу. Пойду сохранюсь. Я вот думаю, как они к нему домой не завалились. Ну просто тут очевидно, что все знают, где он живет. У него, блядь, вилла своя, грубо говоря. Отдельные гигантские ворота. Почему они не сюда пришли, а на стройке решили с ним разобраться? Котенка покорми. Время 3 часа, только кормил. Завтра пойду назад покормлю. Что такое? Рио-сан? Да, это я. Хочем письмо. Хочем письмо. Частично это. Те, кто преследует зеркало с Хуюанда. Да, не все с Хуюанда. Это письмо связано со смертью сенсея. Чего ты кричишь? Я совсем разберусь. Ты поищешь для мастера Чена. Это все, что я могу. Если найдешь, дай мне знать. Еще чего? Хорошо. Хуянда. Я не помню, тут какое-то странное сохранение было, по-моему, чисто вручную. Типа тут в меню есть иконка сохранения, но если ты сохраняешься, у тебя сохраняется начало дня почему-то. Потом загружаешься с начала дня. Шедевр.